Нет! Нет! Так ты Миджа из Сивы? Я думал, такие, как ты, должны охранять фараонов. Я Миджай без фараона. Видишь? Это же мое имя, Нак! Тебя найдут. Найдут и убьют. Во сне! Во сне? Я больше не сплю. Я жду в тенях, и я убью вас всех, каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день! Убил хозяина, но не добил меня. Большая глупость. Твой хозяин был убийцей. Я его телохранитель. И это вопрос чести. Я Миджа из Сивы. Значит, ты достойный противник. Да. А ты быстр, Миджай. Но я сильнее. Не думай, что тебе будет проще. Один из нас останется здесь навечно. Пусть лучше ты. Хватит сражаться. Я не хочу убивать тебя. Вопрос чести. Деремся насмерть. Ну что ж. Анубис ждет тебя. Нек, мне не выйти. Не уцепиться. Как же мне пробраться дальше? Откуда лезут эти скоробеи?
Должно быть, этот храм построили много веков назад. Прости меня, Амон. Мне это нужно. Наследие древних. Ах!
Вон там. Свет. Стена. Солдаты. Конечно. Ну, дядь его! Умри! Хабзафа! Берегись! Байер, это ты? Мы в ловушке! Это я вижу! Это Меджай! Убей! Меджай мой! Убейте его друга! Ты же должен быть мертв! И будешь мертв! Уж мы позаботимся! Ветер. У тебя новые друзья. Они устроили засаду. Хорошо, что я пришел встретить тебя. Как я рад! Ты отпустил бороду! Год не виделись, друг мой. Сладкий вкус битвы, я его уже забыл. В Сиве все подчиняются солдатам, боятся их и смерти. Я убил человека в маске. Цаплю. Еще четверо. Идем. Ты поди устал. Отдохнешь. Нет. Не могу. Сначала я выпущу кишки всем тварям в масках. Боги! Как же я скучал. Где твой верблюд? Вот ты где. Поехали, Сэнни. Как вы тут справляетесь без меня? Нам не просто, Байк. Ты ушел, люди хотели, чтобы я поддерживал порядок. Но солдаты разбили здесь лагерь и делают, что хотят. Лагерь в Сиве? Толемей держит эти земли в повиновении. А я лишь пытаюсь уберечь людей от беды. Рад, что ты здесь. Сделай, что смогу. Но не забывай, у меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сэнни. Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им соврал, сжигают всю деревню. Или что похуже. Вот ты и дома, Байк. Все ведь тебя заждались. Хай позишн. Тем, что у вас есть. Домами, детьми и жизнями. Люди словно опустошены. Угрозы, допросы, вымогательства, поборы и избиения по всему оазису. Мы все научились подчиняться и прятать взгляд. Ты сам все видишь. Не привлекай внимания. Разойдись! Дорогу!
Домой собираешься зайти? Это уже не дом. Расскажи про Ибиса. Медунамон. Он здесь? Он проклятие нашего оазиса. Сам видишь, с его прибытием солдаты как с цепи сорвались. Раньше они дрались с крестьянами только с пьяну. А с тех пор, как тут Медунамон, они стали собраны и жестоки. Все больше причин убить его. Будь осторожен, Баек. Он с виду хлипкий. Жители Сивы. Но на деле силен. Так будет с каждым, кто ослушается воли Медунамона, жреца фараона. Ханечеру. Дом. Оставь верблюда, далеко он не уйдет. Ну что, пойдем. Отдыхай, друг. У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. Нужно готовиться к бою. Хабзефа! Хабзефа! Солдаты снова! Баек? Рабия! Рабия! Я так боялась! Конечно, боялась. Ты ведь меня знаешь. Ну и ну. Раны? Ушибы? Ерунда. Сядь! Все поправим. Ты все такая же. Аю, тебя. Сколько ж я вас лечила. Защищала от старших. Все изменилось. Но ты так же крепок. О, великий Осирис! Думал, ты не проснешься. Рабия перевязала меня, и я... Я решил не будить. Бой с Медунамоном потребует много сил. Кстати, друг... О, лук! Попробуй пострелять. Старайся целиться прямо в голову. Одна из мишеней прочнее остальных. Ну? Хабзефа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Ну? Идем, живо! Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Хабзефа! Нужно поговорить! Намарх Руджик убит! Возможно, виновен твой друг Меджай! Выходи! Помоги очистить его имя! Устроим засаду! Нак! Теперь они найдут письма и сожгут мой дом, а меня казнят. Не бойся, я с этим разберусь. Осторожно! Кто здесь? Покажись! Тихо! Он слишком близко. Теперь остальные. Нельзя оставлять тела на виду. Прикрываю. Так, пошли. Здесь его не найдут. Мы застанем его врасплох.
следит за северной стороной. Эй, оружие под рукой. Вместе мы сила. Где же он? Устал ждать. Что? Нас не должны застать врасплох. Эй, что? Готово. Спасибо. Я же говорил, эти мерзавцы ничего не боятся. Самоуверенные мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Меджая Сивы. Все горести Сивы здесь. Я пытаюсь помочь каждому, но я один. То есть ты не обладаешь божественной силой? Но наша главная беда — этот человек, Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Всерьез опасаюсь за твою семью, жрец. Отправлю их в более безопасное место. Вот этот человек твой враг. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя лучшими воинами. Мне все равно. Ты погибнешь. Чтобы убить этого тощего мерзавца, нужна подготовка. И уж точно доспехи получше. А, я сделаю их сам. С оружием сложнее. Солдаты унесли из деревни все. Поговорю с кузнецом. Да, думаю, Бенипи поможет тебе с этим. Может, и Сену найдет что-нибудь. Сену? Сену жива? Смотри, кто это. Сену, это ты! Красавица! Рабия выходила ее. Спасибо ей. Людям нужна твоя помощь, Баек. И они готовы помочь тебе. Понимаю. Thank you.
Надо раздобыть кожу. Людям нужна помощь. Почитай письма на столе. Теремун так просто не сдастся. Мне нужен родник в пещере Аманаи. Дорогу я знаю. Надо заглянуть. Стой! Стоять! Дайте хотя бы поговорить с женой. Эй, жить надоело? Должен вам сказать. Я ничего не знаю. Я убью тебя! Я подстрелю! Прошу, выпустите! Я нужен твоей семье! Я позову солдат! Он мой! Дедук, а не крает. Что я должен вам сказать? Я ничего не знаю. Что? Если придет. Я нужен своей семье.
Что? Подрезай! Я хочу допросить каждого. Да, господин. Что, Киви, осторожно, плечом к плечу. Старейший господин. Нас никто не застанет врасплох. Ты не пройдешь, собака. Кири, осторожно! Выдыхаешься! Вот ты где!
Там явно что-то есть. Глядеть в оба. Не волнуйся. Я рядом. Ты не пройдешь, собака. Защищайте Кирия. Что у тебя? Что? Типа рву. Продолжайте погоню. Нашел? Устал? Нас не должны застать врасплох. Понятно. Я уж не упущу. Эй! Кирия, осторожно! Ты где? Что? В линию! Сюда! Дерьмо! Здесь враг! Я решу все твои проблемы взмахом меча. Тебе не уйти! Нэп в опасности! Тебе ты не пройдешь сама. Действуем вместе. Не смей мне угрожать. Плечом к плечу. Эй! Плохо дело! Ха, вот ты где! Быстрее! Что-то здесь ты не так. Не пройдешь, тварь! Защищайте Кирия! Дерьмо! Здесь враг! Эй, держи оружие наготове. Твоя гибель неизбежна. Я раздавлю тебя, как жалкую муху. Ты вернулся сюда. Твой час пробил. Но мое дело еще не окончено. Я был близок, так близок к тому, чтобы даровать вечную власть сильным и достойным. Достойным? А? Ты
подарит нам силу богов! Что есть жизнь мальчишки? Жизнь мальчишки? Папа? Еще, еще. Ага. Ну? Ну, я попробую. И пущу две за раз. Да ну? Да. Раз, два. Готов? Да. О, это ты меня сбил. Ты... Киму, сюда. Я нашел гиен. Правда? Да. А, иди. Увидишь. Там 16 гиен, 16? Жутких и страшных. Знаешь что, я бы лучше сходил на охоту с папой. Ну, ты вечно трусишь. Ну. Эй, эй. Пойдем поохотимся, а? Ладно. Давай. Кого мы ищем? Оракулу нужна шкура горного козла для церемонии. Твое место подле фараона. Верно, Бай? Ты ведь Меджай. Стану Меджаем и тоже буду возле фараона. Тебе не стать Меджаем. Ты слишком труслив. Неправда. Так что насчет тех гиен? Молчи. Прекратите. Этот песок обжигает ноги. Извлеки из этого выгоду. Бегай быстро. Нам туда. Можно с вами? Тебя мать дожидается. Ладно, до встречи, Хему. Увидимся. Стадо где-то рядом. Но сойдет не всякий зверь. Нам нужен вожак. А это который? Ну, самый рогатый. Тихо. Делай, как я. Поднимет пески. Сену, Сену, лети сюда. Зачем ты зовешь Сену? Чинзира говорит, надо украсть ее перья, и тогда после взвешивания я попаду в поля Иалу. Анубис положит на весы сердце и перо. Ты не можешь повлиять на эту церемонию. Она вечна. Глянь. Есть! Он страдал? Выстрел в сердце почти не причиняет боли. Идем за шкурой. Нужно отнести ее оракулу до темноты. Папа, я хочу выстрелить прямо в солнце. Пустишь, но стреле придется стать Сену. Представь, все мои стрелы Сену, и тогда от меня не уйдет никто. Ты хотел взглянуть на фараона вблизи? Да. Хочешь стоять со мной подле него? А так можно? Конечно, будущему Меджаю можно. Папа, а кто такие Меджаи? Первые Меджаи охраняли лишь фараона. Но сейчас они должны защищать всех жителей Египта. И не только защищать, обеспечивать благополучие. О, отец, я так рад, что стану Меджаем! Тогда я узнаю все тайны Сивы. А что, если я не смогу стать Меджаем? О, ты сможешь. Ты мой сын. Но я боюсь. Я хочу быть смелым, но иногда это трудно. Постой. Пойдем туда. Когда я был маленьким, я тоже иногда пугался. Твой дедушка тоже был Меджаем. И он хотел, чтобы я стал его достойным последователем. Да? Однажды
Он привел меня сюда. Наверху он сказал мне кое-что. Одно слово. Главное. Только одно? Я забыл о страхе. И знал, что справлюсь с чем угодно. Что он сказал? Скажу, когда мы придем. Так что же сказал твой отец? Вниз. Не размышляй. Вниз. Да, папа. Эй, верь мне. Прыгай. Сейчас, сейчас. Так прыгай. Вернись, ты не готов. Но я смогу, папа, смогу. Я сказал, умолкни, паршивец. Нет, на помощь! Это Чинзира. А ну молчать! А ну бегом к маме. Не бойся за Чинзиру, я помогу ему. Миджай Баек! Ну, ну? Мне страшно, не хочу идти один. Хема, хоть раз в жизни не будь трусом. Ну! Миджай Баек! Да, я и правда Миджай. Кто меня звал? Спрячь оружие и иди за мной. Мы же хотели только поговорить. Ау! Иди. Как ты смеешь командовать мной? Деревенщина, нам не о чем разговаривать. Сейчас подстрелю. Я его вижу. Я его убью. Буду стрелять. Деревенщина, нам не о чем разговаривать. Деревенщина. Подстрелю. Деревенщина, нам не о чем разговаривать. Стреляю! Деревенщина, нам не... Один звук, и ты труп. Почему так долго? Мы шли незаметно, скрываясь в тенях. Как славно, что ты пришел к нам, Миджай. Для нас невероятно важно открыть вход в эту крипту. Но жрецы упорно отказываются нам помогать.
Я полагаю, ты противишься Байер. Из верности Оракулу. Они сказали, что хотят. Но лишь думаю, поговорить с ним. Я знаю, как нам тебя что переубедить. Молчать! Готов. За мной! Никого не пускать. Хемо, ты цел? Ну что ж, попробуй. Не трогайте сына! Твой сын хотел бы кое-что тебе рассказать. Покажи ему сферу, Ибис. Мы думаем, чтобы открыть крипту, нужна она. Мы зря тратим время! Мальчишка напуган. Все хорошо. Папа, они хотят узнать все о крипте. А еще что нужно делать с этим? У Меджаев ведь должен быть ключ к разгадке или подсказка. Я ничего не знаю о крипте. Прошу, отпустите сына. Да. Фараона известили. И он нас скоро могут будет найти. Здесь. Живо! Поговори с сыном. Не откроешь крипту, когда вернемся? Больше его не увидишь. Папа! Я все сделал, но... Все хорошо, сын. Нет? Папа, я его достану. Нет! Хему, нет! Но они хотят нам зла. Хему, они... Хему! А? Пустая трата времени! Хему! Нет. Время вышло. Говори. Я не знаю. Нужно идти. Я вырежу мальчишке сердце. Нет. Лишу его жизни после смерти. Нет, я все скажу. Нет. Да он тянет время. Что это? Стой! Это безумие. Змей решил, что это твой ответ. Нет! Нет! Хему! Хему! Заткнись! А мы-то думали, что ты мертв. Ты не смог спасти даже собственного сына. Ты ничтожество. Байек из ниоткуда. Отец без детей! Вот! Вот! А это за моего сына! Да примет тебя незримый! Владыка Дуата ждет!
Отлично, друг. Герой вернулся. Ты принес нам радость. Мне нужно в Александрию. Повидать Аю. Не торопись без нужды. Себе всегда нужен Меджай. Теперь ты защитник этих мест. А я...